закончилась моя любимая подводочка Катрис. И, конечно, она продается в магазинах. Конечно, ее можно заказать через интернет-магазин. Но в чем проблемка, знаете? Нет именно такого цвета или нет коричневую. Хотя бы вот была бы коричневая, да, это было бы нормально. Везде черная. Пожалуйста, покупай черного цвета. Но, если честно, я не очень люблю черную подводку. Вот так как у меня закончилась вот эта моя любимая, она темно-темно-фиолетовая. Она вроде бы красишь, как будто бы, ну, как она, знаете, даже не черная, а вот если в тени, или дома, допустим, то кажется, что она такая темно-серая. А на солнышке, на свету, она прям видно, как переливается сиреневым чернилом. Очень красивая подводочка цвет. И, кстати, очень удобное нанесение. То есть кисточка очень удобная. Но так как она у меня закончилась, у меня был фломастер подводка. Черный фломастер. Вот. Ну, крашусь пока вот этой, вот этим, как бы, фломастером. Карандашом, хотела сказать, фломастером. Ну вот не могу пока найти именно вот такого цвета подводочку. Так, везде сегодня посмотрела на сайтах, где есть она в наличии, только черного цвета, к сожалению. Но если не найду, наверное, возьму черную. Ну что поделать, нужна мне подводка уже, очень люблю пользоваться, краситься подводочкой. Поэтому, в общем, жду, когда она появится в наличии. Вот, так, мы сейчас собираемся, сейчас хочу снять одно видео, распаковочку кое-чего, что я уже давно получила и никак не могу распаковать, если честно. Сейчас мне папа поможет распаковать, в общем, наверное, в следующем видео выложу, не знаю, посмотрю, но буду сейчас распаковывать то, что мы заказали. Заказали, кстати, еще 2 недели назад это пришло, и я никак вот, никак мне нет времени, никак не дойдут руки до этой коробки, гигантской коробки. Ладно, буду делать макияжик, эту подводочку убираю, выкинуть, конечно, нужно. И буду делать вот таким вот фломастером. Мы с Ликой начали вчера смотреть сериал, как называется, помнишь? «Подари мне жизнь». Очень интересный сериал, мелодрама. И сегодня, там, по-моему, всего лишь 3 серии, да? 4 серии, мы уже 3 посмотрели, осталось 40 минут. Да, ну вчера уже, если честно, мы так с Ликой легли в 1 ночи, и Лика бы еще посмотрела последнюю серию, но я сказала, нет, все, стоп. Да, поэтому завтра досмотрим. Да, и сегодня еще какую-нибудь мелодрамку найдем. Нам, кстати, очень часто в комментариях прям предлагают много мелодрам. Спасибо, спасибо вам большое. Мы очень часто берем оттуда идейки. Ну, сейчас я хочу пересмотреть все вот эти вот. А ну-ка, что там здесь прочитаешь? А, то, что ты вчера, вот да? «Любовь, утраченное воспоминание, шоу про любовь, жена на прокат, я передумала, подари мне жизнь и одинокий отец». Ну да, и сегодня еще, кстати, очень многие предложили новые мелодрамки, наверное, я думаю, что оттуда мы какую-нибудь выберем, потому что видела, я уже сейчас не помню название, но еще так посмотрела, думаю, да, вот эти 2 мелодрамки мы точно не смотрели. А у нас, кстати, так с Ликой было вот «Нити судьбы», да, по-моему, да. Мы думали, что мы смотрели, а оказывается, что мы не смотрели. Есть даже название, вот очень похоже. В принципе, все мелодрамы, по сути, очень похожи. Вот, но... Ну, все равно интересно, да? Да. Так, я сейчас крашусь. Миланка тут бегает. Чего, Миланка, ты бегаешь? Миланка тут играет со своими игрушками. На обед сегодня приготовила очень вкусное блюдо. Картофель с грибочками. Кстати, этот рецептик можете посмотреть на канале «Бон аппетит от Кати». Ссылочка в описании под видео. Заходите, подписывайтесь на наш канал и смотрите там новые рецепты. Блюдо получилось нереально вкусным. И, конечно же, посмотрите, как аппетитненько выглядит. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. В общем, мы тут решаем, смотрите, акация это или жасмин. Акация папа... желтая. Да, я вот все же говорю, вот мы их по телефону желтая. Сейчас проверяем. И папа вот фоткает, такой. Фотографирует. В общем, это вот акация желтая. Семейство бобовых. Желтые цветочки отцветают и появляются вот такие вот, похожие на зеленую фасоль. Древовидная, да. Называется это по-научному. И как она вам, вот эта акация желтая? Нет, желтая акация. Нет, я просто думала ее на участке посадить у нас. Акацию желтую. Ну вот как сейчас, не очень.
Не очень? Mm. Ну, не знаю, еще думаю. Милана, в общем, тут что-то нашла. А что вы там нашли? Какое-то насекомое. Мама, делаем. Ну, это цикады, скорее всего, мне кажется. А мне кажется, они только у моря. Милане сейчас интересны всякие насекомые, жучки, букашечки. Вылазь, вылазь оттуда. Оп. Кто это? Папа опять проверяет. Светлячок написано. Написано светлячок. Потому что зайдя вторые, они вот на море были. Это какая разница? Цикада, они здесь. Короче, ну, а мне кажется, цикада, светлячок, мне кажется, не такой. По мультиках был. Да остановись, волосатый. Пожалуйста, эй, волосатый. Эй, волосатый, остановись. Да светлячок, ну пишет тебе светлячок, все. Пойдем, Милаш. Обыкновенный светляк. Смотри, смотри, смотри. О, Мила. Сейчас. Стой. Мил, у тебя пояс развязался. Стой. Не крути, не крути его. Дай сфокусироваться. Да где ты? Алика пищит, как будто бы на нее прыгнул. Светлячок и укусил за нос. Да пойдемте уже, а? Мне кажется, сейчас дождь пойдет. Ну что это? Светляк. Светляк, все. Милан, завязывай пояс, у тебя пояс. Телефон пишет светляк. Ну все, пойдемте. Лика такая деловая. Делает педикюр себе. Смотрит там что-то в телефоне. В ТикТоке. Ты просто делаешь однотонный, да? Да. Папа монтирует на Bon Appétit от Кати видео. Так что заходите, смотрите новое видео на нашем канале Bon Appétit от Кати. Новый, интересный и очень вкусный, самое главное, легкий рецепт. Вкусный, очень. Ребят, настолько вкусно, я уже показала, да, я сегодня. Даже Милана съела грибы, вы представляете? Я даже эту большую тарелку, где все готовилось, облизал. Ничего себе, надо было сказать, я бы засняла это. В общем, на самом деле получилось очень-преочень вкусно. Мы съели вот такую большую порцию. Ну, я посмотрите, в общем, я делала стеклянные как бы тарелки. Это не тарелка даже, а блюдо, да, из Икеи. Я в Икее покупала ее, и мы ее все съели. Это настолько получилось вкусно, даже Миланка. Миланка особо не любит грибы, но Милана все съела и даже попросила добавку, попросила грибочков. Поэтому заходите, смотрите, пробуйте этот рецепт. Он на самом деле очень быстро делается. И получается очень вкусно. Его на самом деле можно сделать на какой-то праздник. В общем, можно просто так сделать на ужин или на обед. И я, наверное, завтра его еще повторю. Да? Да, да, я была бы не против. Да, так, я иду монтировать видео, мы с ней с Ликой обязательно сейчас досмотрим вчерашнюю мелодраму, нам осталась одна серия, 40 минут, и, наверное, что-нибудь еще интересненькое найдем. Посмотрим. Кстати, Максик уже не чешется. Да, с Максиком все нормально, мы Максу сегодня надевали. Перестраховались. Да, что-то он начал ухо чесать, может быть, просто так, я не знаю, но я решила ему капнуть, чистила ушки перекисью и капнула капельки, и надела на всякий случай воротничок, чтобы он не чесал, потому что, когда капаешь капельки, ну, там, в общем, жидкость двигается, и он начинает расчесывать, я что-то боялась. Но сейчас сняла воротник, все нормально. Ну, прошло несколько часов, наверное, часа 4, и я сняла воротничок. Ну, не знаю, пока не чешет, все нормально. Может быть, просто что-то, я не знаю, почесал, вообще не знаю. Будем наблюдать. Всем до завтра и всем пока-пока. Так, а я хочу сейчас заварить вот такой вот чай. Вчера купила. Я вам показывала. Алтайский травяной чай. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Может, кто не видел. В общем, такой чай. Здесь 10 пакетиков, пирамидок, и нужно заваривать, то есть одна пирамидка на один чайник, где-то 600-800 миллилитров кипяточка. Заливаем и наслаждаемся чаем. Состав здесь мята, гибискус, ромашка, зверобой, липа, цветки василька, календула и чай зеленый. Видите, здесь прям вот видно травушка-муравушка. Я очень люблю именно пирамидки, потому что здесь видно, что здесь лежит в пакетиках. И здесь, видите, видно прям и чай, и трава, и цветочки. Вот. В общем, мы с Ликой досмотрели фильм, и сейчас смотрим другую мелодраму. Как она называется, Олег? Положить.
Утраченное воспоминание. В общем, на самом деле очень интересная мелодрама. И я не знаю, сегодня мы успеем? Не, уже не успеем. Ну, еще одну серию посмотрим. Смотрим уже, наверное, да, завтра. Всем пока-пока.